Видите в рекламе очень низкие цены на авиабилеты, но их нет при бронировании билета. Вот краткое объяснение того, почему и как найти самые дешевые авиабилеты. Бюджетные авиакомпании выбирают систему ценообразования на основе спроса. Это значит, что сначала выкупаются билеты по очень низким ценам, которые вы видели в рекламе. Чем ближе дата вылета, тем быстрее количество доступных мест уменьшается, и билеты становятся намного дороже. Например, на одном из наших маршрутов цены на билеты варьируются от 6999 до 40999 тенге. Для того, чтобы успеть выкупить самые доступные билеты, необходимо бронировать их как можно раньше. Даже если вы не успели купить билет по минимальному тарифу, вы все еще можете купить билет по доступной цене, если будете бронировать билеты заранее. Чем дольше вы ждете, тем вероятнее, что цены будут выше. Максимальный тариф может быть в 6 раз дороже минимальной цены. Еще один отличный способ сэкономить – быть гибкими с датами. Чем выше спрос, тем выше цена. Школьные каникулы, национальные праздники, летние каникулы – все это относится к сезонам высокого спроса. Некоторые дни менее популярны, чем другие, и поэтому места продаются немного медленнее. На flyarestan.com есть отличный инструмент поиска низких тарифов. Это календарь, который поможет вам найти самые дешевые дни для полетов. Поэтому, когда речь заходит о бронировании билетов, важно помнить, что чем раньше вы забронируете, тем дешевле он вам обойдется. Спешите и бронируйте билеты на flyarestan.com прямо сейчас!